Обычный тихий городок. Да вы что, именно в таких тихих, маленьких городках случаются самые загадочные истории. Что тебе дал за этот вейск, а? Ты знаешь, что я не могу не поехать. 3 года как Яна пропала, а мы же в каждый ее день рождения с девчонками собираемся. Нелли будет, Анька. Я поверить не могу. Нелли, что случилось? Господи, что с нами происходит, а? Сначала Яна, теперь Анька. Ну и чего ты здесь делаешь? Мне помощь твоя нужна. С Женькой у нас исключительно отношения по делу. Мне так нравится, когда ты заводишься. А вот если твой Сережа узнает о том, что ты с Корзининым когда-то мутил? Слушай, Дим, я начинаю жалеть, что я обратился к тебе за помощью. Он думает, что во всем уже разобрался и считает, что дело практически раскрыто. А ты так не считаешь? Нет, я так не считаю. Это уже совсем не тот город, который я когда-то в детстве любила. Бог знает, что там происходит. Запуталась в мужиках. Это очень сложно, как ты не знаешь, кого выбрать. Вчера было нападение еще на одну жертву. Поверьте мне, пожалуйста, это очень важно. Я вас прошу. Есть один человек. Что если он на самом деле не тот, за кого все выдают? Здесь все про всех знают и молчат.